Всем привет! Сегодня на мне ботинки, которые являются антитрендом 2018 года, но они у меня абсолютно новые. И сегодня я открыла коробочку, посмотрела, думаю, нет, надо все-таки поносить. Вот. Погода у нас дождливая, конец августа. И вот я пойду на работу вот в таких ботиночках. Они очень легко надеваются, очень легко снимаются. Каблучок. Платье у меня из вискозы, темно-синее. К этому платью подходит все, что угодно. Даже хотела снять я видео, где бы показала, что сюда подходят к этому платью и малахиты, и александриты, и лабрадоры. Ну вот я сегодня в комплекте вот в таком мне привозила и дарила подружка из Турции. Это аквамарины в серебре. Такая вот ручная работа турецких ювелиров. Ну, привозила прямо из Турции с отдыха. Очень интересный такой комплект. Я редко его надеваю, но вот сегодня вот такое какое-то вот интересное у меня настроение. Ну, кольцо здесь, конечно, вот можно разглядывать поближе, но не будем останавливаться на этом. Вот. Поскольку у нас сегодня прохладно, помимо этого платья, на мне будет еще павлово-посадская шаль и плащ. Шаль из стопроцентного шелка. Кант у нее тоже такой сине-фиолетовый. Шелковые кисти. Приятные вещи в носке, вот эти павлово-посадские шали. Вот посмотрите, я надела плащ. Это плащ из такой вот тонкой кожи с лазерной обработкой. В руках у меня сумочка. Я, возможно, пойду не с этой сумкой. Ну вот она здесь так интересно у меня перекликается с шарфом, причем она перекликается вот не так, как сегодня нельзя. Перчаточки, шарфик, шапочка и ботинки, да? А как-то вот так вот ненавязчиво и перекликается вот с этим вот шарфом. Шарф немножко освежает вот этот вот черный плащ. Это, знаете, такой плащ-платье. Мне его продавали как платье, но, естественно, как платье эту вещь носить абсолютно невозможно, потому что в нем жарко. Я пробовала надевать куда-то вот, но всегда вот надевала под него тонкое платье для того, чтобы это так называемое платье из такой очень тонкой кожи замша можно было снять. Но, тем не менее, вы знаете, в носке это очень удобно вот иметь такую вещь. Вот, она, вы знаете, может носиться и с брючками, и с платьишком. Сейчас я еще вам покажу, какие возможные варианты сумочек вот к данному образу. У меня вот есть такая сумочка. Я ее очень люблю. Это сумочка а-ля Шанель. Она, вы знаете, такая вот интересная сумка. Здесь вот внутри вот такие отделы. И вот мне нравится эта сумка, когда я иду до работы 5 минут, мне вполне реально иметь вот такую не закрывающуюся сумочку, которую я взяла в руки и пошла. У нее еще есть такой большой ремень красивый. Ну, я ношу вот так в руках. Вот люблю я такие объемные сумочки. Также вот одна из моих любимых сумок. Это кожаная тоже сумка. Они все у меня кожаные, эти сумки, которые я показала. Вот эту сумочку я тоже очень люблю. Она и элегантная, и объемная. Я использую и плечевой ремень. Это кожаная сумка фирмы Ван Лима. Вот тоже одна из моих любимых сумок, в которую входит и формат А4. И так она удобная, дамская и довольно-таки элегантная сумочка. Вот. Я бы могла показать еще какие-то сумки, но думаю, что вот на этом остановимся. И сейчас вот прямо за какие-то секунды я должна определиться, куда мне переложить свои вещи и сумки, с которой я ходила на работу вчера. Всем пока! Удачи!